a season of restoration. Библия говорит, приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, скажите, множеством, там, где Иисус, всегда будет множество народа. А люди, которые говорят, что наступило новое время, новый порядок, ошибаются, потому что Иисус не утратил свои силы и привлекательности. Он до сих пор привлекает людей. Воскликните «Аминь». Мы будем собирать стадионы. Команды по регби, футболу и крикету не будут собирать столько людей, сколько мы будем собирать на стадионах, наполняясь славой Иисуса. Я ощущаю, что мы должны прославить Его. Так давайте, Бог прикоснется к вам, когда вы будете прославлять Его сегодня в этой церкви. Варцимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги. Соломон Мислонгу, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Проблема с большинством людей в том, что они слишком величавы, слишком правильны, слишком достойны для того, чтобы Бог двигался. Когда Бог приходит и является Божий порядок, вас не ждет тихое пробуждение. Это не будет чопорное пробуждение. Это не будет спокойное пробуждение. Это пробуждение потрясет все в вашей жизни. Это пробуждение принесет жизнь, свободу и благословение вам во имя Иисуса. Итак, он начинает кричать, обращаясь к Иисусу. Многие предупреждали его, чтобы он не ходил в CRC, потому что COVID — это проблема. Но он кричал еще громче, он поклонялся еще громче. В нем возрастала решительность и страсть. А если вы пришли со своими мокрыми покрывалами, чтобы потушить наш огонь, мы будем действовать радикально, танцевать в церкви, восклицать во имя Иисуса. Вы скажете, как-то это слишком эмоционально. Люди говорят, я никогда не видел, чтобы Иисус поступал так. Каждый, кому прикасался Иисус, поднимал свой уровень хвалы. Вы больше не можете быть мертвым, не можете оставаться в могиле, не можете быть связанными. Когда вы находите Иисуса и позволяете Ему прикоснуться к вам, оковы спадают с вашей жизни. Сила сатаны разрушается в вашей жизни. Сила родового проклятия разрушается в вашей жизни. Благословения Божии начинают проявляться. Если вам сказали, что вас прокляли, я говорю вам сегодня, что вы благословен. Имя Иисуса освободит вас. Имя Иисуса благословит ваше поколение. Ваш род благословен. Ваше будущее благословен. Вам лишь нужно перестать тревожиться о прошлом и грехах ваших предков. Начните взывать к имени Иисуса. Оно превыше всех имен. Если вы на балконе, тоже давайте воскликните «Иисус». Но тот человек еще больше стал кричать, как некоторые из вас сегодня. Это потрясающе. Удивительно, как люди меняются, когда Бог касается их. Самые консервативные люди в церкви внезапно начинают прыгать, а дети говорят: «А что случилось с мамой? Что это такое? Мама сошла с ума, да?» Она больше не контролирует свой разум. Впервые Бог взял под контроль ее сердце. Это означает, что разум меняется. И жизнь меняется во имя Иисуса. Но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился. Интересно, мимо скольких людей он прошел, которые ничего не просили у него? Если вы хотите получить что-то от Бога, вы должны различать личность, силу Иисуса. Вы должны знать, когда Бог на каком-то месте. И вы должны знать, где Иисус.
Вы скажете, он вездесущий. Да, духом, но его божественное явление ощущается не везде. Оно там, где люди чтят его, где людей тянет к нему. Я постоянно говорю людям, я не могу ощущать жажду за вас. Я не могу чувствовать страсть за вас. Иногда мы, пасторы, больше жаждем, чтобы вам помогли, чем вы сами жаждете помощи. Иногда люди говорят, пастор, если у вас есть время, молитесь за меня. Хорошо, я буду молиться за вас, но вы должны приходить в церковь и приближаться к Иисусу Христу. На что люди в спортзале говорят мне, «У меня нет времени ходить в церковь». А я отвечаю, «Тогда у меня нет времени молиться за вас. Бог спасет вас, но не восполнит ваши нужды, если вы не ощущаете жажду, не стремитесь, не ищете Бога». Вы не можете сидеть на пятой точке, откладывая Бога на потом. Вы хотите чуда от Бога, но не готовы жаждать и искать его больше? Вы должны приложить усилия, как женщина с кровотечением. Сколько людей касались Иисуса в тот день и ничего не получали. Но была женщина, которая пробилась через толпу. Она рисковала своей жизнью. Она смирилась и ползла в пыли, чтобы приблизиться к Иисусу. Она сказала, если только прикоснусь к его одежде, то исцелюсь. Точно так же думал Вартимей. Она продолжала идти. Проблема в том, что люди принимают то, где они, и что они получают. Они не отрывают взгляд от проблем и трудностей к надежде мира, свету мира, жизни, к пути истине и жизни. Он тот, кому мы должны поклоняться, и кто должен сидеть на престоле. Вы хотите, чтобы Бог сделал что-то в вашей жизни, тогда прославьте его 10 секунд во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Бог благословил мою церковь, но я не готов прилагать усилия. Я говорил об этом со следующим поколением. Мы начинаем с престола благодати. Я был молод, и мне нужно было прилагать усилия. Я искал Бога, плакал у своей кровати. Я не жил во грехе, но я хотел Божьей силы. Я жаждал Бога. Все мои друзья ходили к своим подругам, относились к этому спокойно, играли, переживали что-то в воскресенье. У них не было голода. Когда люди спрашивают меня, чем я отличался, то я всегда говорю, что не был великим проповедником, но во мне был голод. Я был голоден, я был в отчаянии. Я знал, что без Бога из меня ничего не выйдет. Я плакал у своей кровати. Послушайте, каждую ночь я взывал, «Господи, используй меня». Я плакал. А ведь я не плачу. Я плакал каждый вечер, но не ради серебра и золота. Я просил Бога помазать меня. Я знал, что не смогу заниматься служением без силы Божьей, без помазания Божьего на моей жизни. Я был молодым человеком. Мне было 17, 18, 19, потом 20. Я каждый вечер взывал к Богу, «Отче, благослови меня и помажь меня». Я молился очень активно. Я говорил, «Боже, если ты не будешь использовать меня, я не хочу жить. Используй меня, Боже, помажь меня». 7 лет я взывал к Богу каждый вечер, а мой брат взывал в соседней комнате, «Используй меня в бизнесе, Отче, благослови меня, Отче, дай мне финансировать Твое царство». Я взывал тут, а он взывал там. Однажды, стоя у кровати, я взывал к Богу и ощутил огонь. Огонь Божий, который сошел на меня. Он был как жидкое масло. Этот огонь сошел на меня от макушки до пяток. Что-то случилось. Во мне открылось что-то новое, и никакой бес не сможет погасить этот огонь, когда вы принимаете крещение огнем и Духом Святым. Я не говорю о воде по лодыжку, когда вы немного говорите на языках. Я говорю о крещении огнем Духа Святого. У вас внутри открывается источник жизни, который никогда не пересохнет во имя Иисуса. Вы не переживете подобного на МакДрайве. Вы не достигнете этого уровня на быстром и достойном служении. Я слушал одного молодого проповедника, который сказал, что древняя религия уже в прошлом. Вы хотите сказать, что Библия изменилась?
для этого поколения, что вы стали такими интеллектуалами, что вам Бог не нужен. Мое поколение взывало к Богу, и те, кто были перед нами, взывали к Богу, искали Бога. А это молодое поколение хочет получить все даром? Вам нужна встреча, нужен голод. Я постоянно говорю всем своим детям, я не могу испытывать голод за вас, я не могу молиться вместо вас, я не могу выкопать колодец вместо вас. Вы должны копать, должны искать, должны ощущать голод, должны взывать, потому что голодный переживает прикосновение, неспокойный и расслабленный. Я не пытаюсь обидеть кого-то, потому что не все могут ходить в церковь, но если вы живете в километре от церкви, и вы решили, что это ваш новый путь, вы отошли. Послушайте меня внимательно. Больше никто не боится. Люди просто нашли новый комфортный способ, который кричит о теплоте. Они обвиняют во всем ковид. Если бы вы так боялись этого ковида, то не выходили бы из дому, не ходили бы в магазин, не ходили бы на работу, не садились бы в самолет. Давайте говорить на чистоту. Работа для вас важнее Бога. И теперь вы пытаетесь втиснуть Бога в свой путь. Представьте себе, чтобы Вартимей, сидя там, сказал, «Если Иисус хочет прикоснуться ко мне, он может прийти ко мне». Нет, это вы должны прийти к Иисусу, должны приходить во дворы Божии. Вы должны знать, где находится Бог. Вы должны приходить в Его дворы. Вы не можете менять Библию, чтобы она соответствовала вашим путям. Я хотел поговорить сегодня об этом, но ощущаю, что Бог ведет меня в другом направлении. Любое пробуждение начинается с личного пробуждения и обновления. А все это начинается со смирения, когда вы смиряетесь в присутствии Божьем. Вы слазите с престола своего сердца, престола контроля, и отдаете ключи от своего сердца Иисусу, причем полностью. Вы не можете служить Ему на своих условиях. Он на это не согласится. Он спасет вас на своих условиях, потому что умер за вас, когда вы были потеряны. А затем начинается путь поисков. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Вы должны следовать за мной. Не я должен следовать за вами, а вы. Если вы отступили, я побегу за вами, но вам стоит вернуться. Вам стоит вернуться в гонку, снова кормить овец, заботиться о моих овцах, ставить меня на первое место в жизни. Возвращайтесь, как тот молодой человек. Многие слышали эту историю. Он был благословенным молодым человеком, у него был огромный дом, и однажды он услышал, как кто-то стучится в двери. Он открыл двери и увидел Иисуса. «Кто-то пригласил вас в церковь. Вам некомфортно, но вы слушаете про Иисуса». Он сказал, «Хорошо, я буду как все». Он сказал, «Хорошо», и открыл двери. Он сказал, «Привет, Иисус». Он вежлив, как все христиане, и говорит, «У меня наверху есть чудесная комната для гостей. Занимай ее, оставайся у меня». Иисус вежливо идет туда. Он не будет давить на вас. Он не давил на Вартимея. Вартимей привлек его внимание. Иисус знал, что Вартимей будет там, как он знал, что вы сегодня будете в церкви или смотреть нас по телевизору. Но вы должны обратиться к нему. Вы должны разобрать крышу, как те четверо друзей, чтобы оказаться во дворах Божьих. Сила Божия сегодня на этом месте. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. На следующее утро он снова слышит стук в двери. Иисус знал, что
сатана нападет на этого молодого человека. Так бывает всегда. Он дает нам возможность, снаряжает нас, предупреждает нас перед нападением, но мы бываем слишком поглощены собой, так что не понимаем этого. Нет такой вещи, как частичное покаяние. На следующее утро к нему приходит дьявол. Он не ведет себя вежливо, заходит без приглашения. Если вы хотя бы приоткрыли дверь, он протиснется через нее. И дьявол попытался сделать это. Молодой человек начал бороться с дьяволом. В итоге ему удалось выгнать дьявола из своего дома. Он закрыл двери, защелкнул замок, а потом повернулся и увидел Иисуса на лестнице. Тогда он сказал: «Иисус, ты в моем доме. Как ты допустил это?» Иисус ответил: «Ты дал мне лишь комнату для гостей». Тогда он сказал: «Хорошо, Иисус, весь второй этаж твой». Оказывается, можно жить и без мозгов. Он говорит: «Бери весь второй этаж. Я буду жить на первом этаже, а ты на втором». Следующим утром он снова слышит громкий стук в двери, и снова повторяется то же самое. Молодой человек борется с дьяволом, он истощен. В этот раз драка длилась дольше. В итоге он выгоняет дьявола, закрывает двери и видит Иисуса. Он говорит: «Иисус, я отдал тебе второй этаж». А Иисус говорит: «Это все, что ты мне дал». Молодой человек поумнел. Он говорит: «Я понял, Иисус. Вот ключи от входной двери». На следующее утро молодой человек снова слышит громкий стук в двери. Он думает: «О нет, это дьявол, это снова он». А потом он вспоминает: «Но у меня больше нет ключей». Он слышит тихие шаги на ступенях, а потом двери открываются, и дьявол говорит: «Прости, Иисус, я ошибся домом». Вам стоит отдать все Иисусу. Аллилуйя! Любите Его всем сердцем, всем разумом, всей душой. Поклоняйтесь Ему как Царю своей жизни. Даже если вы потеряете все, это не имеет значения. Посмотрите на Иисуса и отдайте Ему ключи от своего сердца. Следуйте за Ним во всем. Эти дни станут днями божественного разделения и восстановления. Скажите аминь. Вы увидите огромную разницу между холодными и горячими христианами, а также теми, кто сидит на заборе. Они называются теплыми. Молодой человек также сидел на заборе. Народ Иисуса находится с одной стороны, а народ дьявола с другой стороны. Однажды Иисус придет и заберет свой народ, а дьявол свой. Он думает: «Я не сделал выбор. Я подожду и посмотрю, что случится». На следующий день дьявол посылает бесов, и они хватают его. Он кричит: «Но я еще не сделал выбор». А они отвечают: «Забор принадлежит дьяволу». Друзья, нейтральной территории нет. Вы отдаете ему либо все, либо ничего. Я не могу говорить о сердце своих детей, своей жены, сестры, матери. Я не могу говорить за ваше сердце. Я могу говорить только за себя. Я должен смириться, должен приблизиться к Богу, должен жить сокрушенным сердцем перед Богом. Что же я имею в виду? Сердце, которое кается, это не сердце, живущее в сознании греха. Нам нужно сердце, которое кается, которое слушается Духа Святого, которое не играет в игры, которое ищет Иисуса Христа, не ищет личности. Послушайте, Бог будет использовать людей в это время. Дух Святой сказал мне, что Бог будет использовать людей, таких как Петра. Люди будут получать исцеление от тени других. Эти люди будут приходить на собрания, но они не будут приписывать славу себе. Бог будет использовать людей невероятным образом, но все будет иначе. Это не будет движение личности.
Это будет движение Бога. Эти мужчины и женщины будут смиряться. Они будут говорить: «Почему вы смотрите на нас, словно мы своей силой или святостью сделали так, чтобы этот человек пошел? Это сделал Бог наших отцов, Господь Иисус Христос. Его имя превыше всех имен. Я хочу, чтобы кто-то вознес имя Иисуса на этом месте. Давайте же, будьте громче и горячее». Я хочу сказать вам нечто. Присаживайтесь и послушайте. Бог любит вас. Все начинается с правильного направления. Я не осуждаю вас за то, что вы не ходите в церковь, не вы стали причиной коронавируса, но ложь ввела многих в заблуждение. Отдайте свое сердце Иисусу. Вернитесь туда, где Иисус является всем для вас. Положите руку на сердце и скажите: «Иисус, я отдаю свою жизнь Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что возлюбил меня. Ты умер за мой грех. Я верю, что Ты воскрес. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Скажите им, пусть Бог благословит вас».